пойдемте посмотрим, что за гитара у нас сейчас здесь есть. Все это вы можете найти на сайте skiffmusic.ru. Так, пока Сергей рассказывает все-таки, почему бэушная гитара классная, это клево. Пойдемте посмотрим, что за гитара у нас сейчас здесь есть в Skiff Music в шоуруме в Москве. И именно эти палки вы можете прям приходить к нам каждый день, слушать, тестировать вот на нашем прекрасном диване, который все вы часто наблюдаете. Давайте я покажу вам этот диван. Вот прям здесь можно присесть очень мягко. Да, офигенный диван, здесь можно присесть, включить любую гитарку, пойдемте посмотрим, какие есть. Фернандес у нас 90-х годов, японский инструмент, Floyd Rose, хамбукер, два сингла. В общем, рассказывать о гитарах, это, конечно, так же, как два мужика сидят где-то на заваленке или в бане и рассказывают, какая у одного хорошая жена, а какая у другого еще лучше жена. И все это история такая, надо приходить и тестировать. Надо брать в руки эту гитарку и пробовать, как же она звучит. Ребята, грека, японский инструмент, разные ЛТД из Индонезии, фрешеры, гитары Suzuki прямо от производителя японских автомобилей. Харли Бентон, аж сразу 8 струн. Для тех, кому всегда мало, можно взять и поиграть вот на такой лопате. Ширина грифа, чтобы вы понимали, просто не охватить. Посмотрим, что же еще. Aria Pro, японские инструменты волосатых 80-х годов. Есть вот такой, например, инструментик. Почему-то ребятки, когда он приехал, они как-то были против него. На мой взгляд, это просто очень крутая история. Это гитара Aria Pro. Тоже она, аккуратненько достанем, она 80-х годов. И чтобы вы видели, на ней япошка, который где-то там в своем пригороде Токио жил, он просто взял и написал здесь что-то, надеюсь, что это что-то пристойное, но это же просто реально круто, да, то есть человек, этой гитаре больше лет, чем мне, как минимум на 10, и здесь кто-то нацарапал какие-то свои иероглифы, ну, блин, это реально кайфово. Мы даже решили, что не будем восстанавливать этот инструмент, а обязательно оставим его именно в том виде, в котором он есть. Вот такие инструменты, ребята, у нас есть в Skiff Music в Москве в шоуруме. Все это вы можете найти по ссылке в описании на сайте skiffmusic.ru. Все фотографии, все обзорчики, все там. Ну, а мы ждем вас каждый день, и это супер круто.